А потом цыплята. Цыплята там ходят. Смотри, вот это яйцо. Берем так. Там цыпленок как будто вышел. Я говорю, всем пока, а тут цыпленок, говорю. Откуда здесь цыпленок взялся? Всем привет, с вами Златая. Вы на канале Бухты Барахты. Сегодня мы снова будем разукрашивать. Но сначала подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. И еще подписывайтесь на мой инстаграм. Слышите? Подписывайтесь на мой инстаграм. Итак, вернемся. Сегодня снова будет челлендж. А соревноваться со мной будет мой друг Леша. Всем привет, дорогие друзья. Злата, давай пятюню. Пам. А знаешь, что мы сегодня будем делать? Да. Что? Мы будем разукрашивать яйца. Точно. А хочешь, я покажу фокус? Хочу. Смотри. Вот яйцо. Да? Да. Крутой фокус получился? Да. Да? Смотри, а знаешь, чем мы будем разукрашивать яйца? Чем? Чем? Знаешь, чем? Будем разукрашивать волшебными маркерами. А где они? Где они? А я их специально привез. Они немножко похожи на твои, но они волшебные. А знаете почему? А в конце вы, дорогие зрители, узнаете. И еще нам понадобятся маркеры. А кто будет первым тянуть? Ну, давай ты. Хорошо. Я пока закрою глаза. Хорошо, а я пока перемешаю все фломастеры. Угу. Неплохой выбор. Так, ну что ж, теперь моя очередь. Нет! Все. Так, ну что ж, начнем разукрашивать яйца? Да. Поехали. Я разукрашу голубой, потом сделаю цветочки. Цветочки будешь рисовать? А, цветочки нечестно. У тебя супермен яйцо, что ли? Да. Ничего себе. У него здесь супер глаз. Он, наверное, строитель. Строитель? Да. А у меня цыпленок космонавт. А у меня строитель, он будет строить его яйцо. А у меня в космос будет летать и на Луну. Похоже на траву и облачко. А я пока разукрашу дождь. Ну как мое яйцо? Смотри, я тут нарисовал целый дом. А как мое? Ничего себе, это дождь яйцо? Да. Ты закончила? Сейчас. Ну давай, хорошо, я тебя подожду. Сейчас тоже туда немножко я нарисую. Добавлю синего и розового. Один и три. И что это значит? Значит, он в третьем году родится. Готово? Да. Ну что, давай тогда поменяемся и посмотрим, у кого какое яйцо получилось. Да. Ты тут нарисовала дождик? Да. Погоди, это что-то на глаза похоже какие-то. Ну что, тогда давай поменяемся яйцами и оценим друг друга, какие получились. Вот это яйцо, получается, нарисовала Злата, да? Это у тебя получился тут дождик, да, какой-то абстрактный рисунок. А у меня что получилось? Покажи зрителям. Это что такое? Это небо. Небо, да, точно. И травка. Стой, Злата, дай мне яйцо, я сравню два яйца сразу. Дорогие друзья, как вы думаете, какое яйцо получилось лучше? Златина или мое? Мое. Я все слышала. Ну да. Что ж. Тогда приступим ко второму этапу. Будем разукрашивать второе яйцо. Держи. Мне попался розовый, красный и салатовый. Салатовый? Да. Ничего себе, какие ты знаешь цвета. Так, ну что ж, теперь моя очередь выбирать цвета. А мне попались желтый, оранжевый и серый. Ура! У меня леопардовое яйцо. Леопардовое? Там, наверное, леопард. Он, наверное, маленький. А у меня человек яйцо. Покажи. Похож? Злата, слушай, если он человек яйцо, какое-то неприкольное название. А давай придумаем ему имя. Давай. Давай. Как ты думаешь, как его назвать? Федя? Нет. Петя? Саша. Где-то не подходит, но же какое-то прикольное имя. Подписчики, придумайте вы этому персонажу имя. Свои варианты пишите в комментариях. Вот здесь как будто сладкая жизнь, а здесь не сладкая жизнь.
Какие философские размышления. А мое яйцо вы уже видели. Я нарисовал вот такого вот дядю, да. Которому вы придумаете имя. А давай, знаешь, как сделаем? Как? Поменяемся цветами и будем разукрашивать третье яйцо. Давай. Прям на лебедя? В воду? У него ноги уже вылупляются. Да, скорее разукрашу, чтобы не вылупились ноги. Как ты это яйцо назовешь? Фантазия, разноцветность, любопытность. Дело дружба, хитрость и фантазия. Ну что, дорогие друзья, а теперь давайте посмотрим все наше творение. Злата, забирай свои три яйца. Три. Так, ну что ж, а теперь давайте их оценим. Ты же вроде придумал название своим яйцам. Расскажи, где какое. Это космонавт. Космонавт. Это строитель. Угу. Это вертолет. Вертолет? А я, к сожалению, не придумал название. К этому яйцу, подписчики, вы напишите в комментариях ваши варианты. А остальные получились вот такие. Одно просто разукрашено, а второе этот домик, там что-то еще травка, да? А вы, подписчики, пишите в комментариях, у кого яйцо получилось лучше и какое больше понравилось. Злата, а давай ты расскажешь про мои яйца подписчикам. Угу. Давай, держи. Ну что ж, Злата, мы с тобой доделали все яйца, а теперь хочешь, я покажу супер крутой фокус? Хочу. Ну что ж, нужно собрать для начала все яйца в тарелочку. Аккуратно. Оп. А теперь, Злата, нужно произнести заклинание. Халай-махалай. Халай-махалай. Какие! Да, очень красивые. Можно их погладить. А все потому, Злата, потому что мы очень хорошо разукрасили яйца. Только тогда бы исполнилось заклинание. Ну что ж, дорогие друзья, а наш конкурс подошел к концу. Мы разукрасили яйца. Вам предстоит решить, кто из нас победил. Подписывайтесь на канал Бухты Барахты. И также подписывайтесь на мой инстаграм. Ну что, Злата, давай прощаться с нашими подписчиками. Давай. Пока-пока. Пока.